Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. Сегодня 13 марта 2016 года. Вот я вышел в парк, и вот цветет райское яблочко. Это не вишенка, это, по-моему, все-таки яблочко. Хотя, может быть, я ошибаюсь, посмотрим по плодикам потом. Сейчас кругом уже цветают абрикосы. Вишни только-только начинают. И цветет в массе, конечно, алыча. А вот еще зацвела вот эта такая красивая, по-моему, не вишенка, а все-таки райская яблочко. Но здесь еще интересно, здесь кругом в парке вот такой живой изгородь. Около нее летают бабочки, вон белянки летают. На заднем плане видно, летает беляночка около живой изгороди. Я ее уже сфотографировал, а еще около этой изгороди летают пчелы. Почки только распускаются, набухают, распускаются. Сейчас подойдем к изгороди, посмотрим. Да, там летают пчелки разные. Ну, я сказал сначала мушки. Мушки и пчелы. Здесь самцы вот в основном летают. Галактиды и мигуихилейды. Так вот сейчас они разбежались, а то прям буквально роились. Роились маленькие галактиды, мигухилиды, а вон беленькая беляночка на вдалеке как раз кружится. Да, они тут весело, так им тут тепло. Тут такой тихий уголочек. А рядышком как раз нектар. О, закружились. Наверное, они здесь все-таки сидят на веточках. Да, вот он проезжает, кто-то на машинках что-то продает. О, они вот садятся отдохнуть. Если удастся крупным планом, но они очень быстрые, пчелки. Так что пчелки в Анкаре проснулись, и дикие, и медоносные. Уже медоносных и диких я и на абрикосе тоже фотографировал. Да, вот сейчас вот тут крупные и осы летают уже, велосипеды. Вон видите, бабочки и пиериды, белянки и нимфолиды. Сейчас попробую белянку поближе сфотать. Вот мы как раз там туда близко не покажу, там на балконе кто-то народ тоже сидит, греется, отдыхает. Хотел. А здесь в парке еще интересно, всегда здесь такая трансформаторная будка стоит. Наверху вот та вот сама вишенка. О, на ней белянки тоже летят. А трансформаторная будка вот так интересно разрисована. В лицо девушки, да. Видите, думаю, что так необычно. Просто здесь погуляли в парке и разрисовал кто-то вот такое граффити или просто. Здесь часто вот на трансформаторных будках нарисованы голуби, девушки, какие-то фиоры, цветы. Так что вот такой сегодняшний кусочек весеннего парка. И вот летает, летает, летает мегахилида. Надо будет сюда прийти. С баночкой, есть такое, с баночкой, чтобы немножко поближе их рассмотреть. С очком тут неудобно их ловить, они очень шустрые. А в баночку, вон даже вон огромные мясные мухи тоже греются на солнышке. Вот сейчас мы покажем. Да-да, вот такая вот тоже толстуха муха греется. Греется, греется, а пчелки все-таки веселее летают. Вот сейчас поближе подойду. Вот и пчелка тоже сидит. Пожалуйста. Сидит спокойно себе, отдыхает. Зумом ее удалось приблизить. Да, сегодня теплый день, наверное, где-то 16-17, наверное, даже больше. На солнце все, наверное, 23. Тепло, цветут разные деревья. Что пчелкам есть чем поживиться. Вот сидит, чистится. Поживиться. И нектар, и пыльца. И потихонечку здесь будут искать место обитания. Думаю, что будут рыть разные уголки. Так что вот иду из парка, вот там сидит маленькая колавочка парочка. Я им не мешаю, иду фотографирую. Вот цветочки. Цветочки рассказываю вам о парке. Так что всего вам доброго, подписывайтесь на канал. Видите, много чего интересного, нового из жизни. И животных, и людей, и насекомых. В Анкаре, столице Турецкой Республики. Вот кусочек парка. Спортивная площадка.
Я продолжаю сегодняшнюю экскурсию. Иду дальше. Всем пока.